Зуев Эдуард Владимирович. Я из Донецкой области. Ну, нам все время говорили, что Украина обстреливает, Украина обстреливает. Телевидение, пресса, все. Ну, а нам не, нам не до политики, мы рабочие люди, работали. А нас призвали практически 100% мужского населения. Знаете, как сейчас ДНР обзывают? ЖНР. Там мужчин практически не осталось. Когда сталкивались с российскими военнослужащими, они говорили, а что это у вас за форма такая интересная? Ну, еще говорили, какого черта вас сюда пригнали? Нам своих не знаем, что с ним делать. А еще у вас мясо сюда приперли. Не чувствовал никогда частью российской армии, так как они с самого начала к нам относились. Нас бросили в стеблянке, без связи, без ничего. Ну, командование у нас, я бы не сказал, что было сильно корректное. Именно командир батальона. Ну, потому что практически постоянно был в нетрезвом состоянии. Ну, это еще было на территории Российской Федерации. Начал в ноги стрелять бойцу, там что-то ему не понравилось. Ну, не по ногам, а возле ног стрелял с пистолета. Не единичным случаем, я так могу сказать. Я не знаю, что со мной будет. Что решат то? Виноват. Виноват то, что пришел с оружием в руках.